На совещании, которое проводилось совсем недавно, и этому вопросу уделялось внимание, руководство Крыма однозначно приняло решение о моратории каких-либо повышений цен на тарифы. Конечно же, со временем мы будем как-то уже подходить под российские стандарты, но это произойдет после того, как будут существовать и работать в Крыму стандарты по заработной плате, по пенсионному обеспечению, по обеспечению другими социальными выплатами. После этого сейчас мы только лишь занимаемся тем, что экономическую обоснованность тарифов просто изучаем и все. Но однозначное решение, никаких повышений тарифов не будет в ближайшее время в Крыму. Виктория Орел, 1+1. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос в продолжение о полигонах. Коллег, что вы знаете, вот что будет с Симферопольским полигоном ТБО? И вот Бахчисарайский интересует, до недавнего времени там, по-моему, был закрыт он. Какая у вас есть информация? Ну, я уже сказал по Симферопольскому полигону. Действительно, его ресурс остался не такой уж и большой, и мы ориентируемся на Тургеневский полигон и для Симферополя в том числе. По Бахчисарайскому полигону, я помню, была проблема, насколько я знаю, она решена. Там тоже нашли и место, и возможность, куда возить. Пока это не проблемный вопрос. Конечно же, нужно решать в целом по Крыму. И я не готов сказать, что это будет решено уже там сегодня-завтра. К счастью, изучаю ситуацию с тем полигоном, о котором уже упомянул Тургеневский. Да, и мы сегодня территории, ранее изученных для организации подобных, они есть. Есть куда развиваться, есть проектным институтом определены места, где можно строить еще полигоны. Спасибо. Скажите, пожалуйста, по воде. В Степном Крыму в некоторых селах вообще никогда не было центрального водоснабжения. Планируется ли строить водоводы в Черноморском районе, например? Руководством Крыма нам поставлена задача подготовить перспективный план водоснабжения, независимо от того, будет ли у нас в канале вода или не будет. Мы должны существующую систему, которой никогда не уделяли внимания в Крыму. Конечно же, я бывал в подобных регионах, там Джанкойского района, например, да, где люди, там маленький источник воды, где люди ходят ведрами носят. И, конечно же, мы сегодня разрабатываем, я думаю, в течение недели уже будет предложен план водоснабжения всего Крыма. В Бахчисарае несколько лет назад хотели строить мусороперерабатывающий завод. Будет ли эта идея снова, как бы сказать, возрождаться или нет? Мы собираем сегодня на сегодняшний день всю информацию, которая так или иначе была ранее подготовлена по обращению с мусором, с ТБО. И будет ли строиться мусороперерабатывающий завод Бахчисарай или нет, однозначно не готов вам сказать. Нужно определить целесообразность на сегодняшний день. Стоит ли его там строить, в Бахчисарайском районе. Нужно строить там, где меньше зелени и меньше туристов. У нас очень много таких мест. У нас разработанные карьеры стоят, которые как-то можно заполнить было бы. И только с учетом всех экологических норм и требований. Не готов вам ответить по заводу в Бахчисарае. Если целесообразно и группа специалистов примет решение, то, конечно же, будет. Сергей Вячеславович, Крыминформ. Скажите, пожалуйста, а в какой валюте сегодня принимают оплату за услуги ЖКХ от населения? Вы заранее знаете ответ на этот вопрос. Принимают и в гривнах, и в рублях уже. А вы можете сказать как-то, может быть, в процентном соотношении, как люди оплачивают там больше? В гривнах, в рублях. В процентном отношении не готов, но ситуации с массовыми неплатежами нет. Люди, я бы сказал наоборот, массово платят. Конечно же, есть случаи уменьшения платежей, но они незначительные.